Я Кулаева сказала поднимать. Вы успеете постоять сейчас. Телефоны отключите, пожалуйста, и ладушечки, пожалуйста, телефоны. На основании изложенного руководствуясь статьями 296, 299, 303, 304, 307, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Верховный суд Республики Северная Осетия Алания приговорил признать Кулаева Нурпаше Бургашевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 209 частью 2, 222 частью 3, 206 частью 3, 30 частью 3, 206 частью 3, 105 частью 2, пунктами А, Б, В, Д, Е, Ж, З, 30 частью 3, 105 частью 2, пунктами А, Б, В, Д, Е, Ж, З, 205 частью 3, 317 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание. По статье 209 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации 14 лет лишения свободы. По статье 222 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации 7 лет лишения свободы. По статье 206 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации 20 лет лишения свободы. По статье 30 части 3 206 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации 14 лет лишения свободы. По статье 105 части 2 пунктом А, Б, В, Д, Е, Ж, З Уголовного кодекса Российской Федерации пожизненное лишение свободы. По статье 30, части 3, 105, части 2, пунктом А, Б,
ВДЕЖЗ Уголовного кодекса Российской Федерации 15 лет лишения свободы. По статье 205 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации пожизненное лишение свободы. По статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации пожизненное лишение свободы. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательную меру наказания Кулаеву назначить в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Срок наказания Кулаеву исчислять с 3 сентября 2004 года. Меру пресечения Кулаеву в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Все вещественные доказательства по настоящему делу хранить при уголовном деле номер 20/849, находящемся в производстве Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Председатель Свящий Агузаров. Прошу присесть. Подсудимый. Приговор ясен? Ясен. Все это сказки придуманы. Все.